сути, «Динамо» сегодня направлена, с работы идет на воспитание молодежи. У них сегодня все юношеские сборные молодежные состоят там 80 на 20 или 50 на 50 «Шахтером» Донецким в составе. А выхода ни в одной, ни в другой команде очень мало. Да, если в «Шахтере» Донецком мы берем сегодня Шевчук, да, это Ракицкий, это, допустим, Кучер, это киевский воспитанник. То есть свои воспитанники не играют. Играют в Мариуполе, играют в Луганске или играют с Киева, допустим, в Луцке или в Одессе, к примеру, я говорю. А, наверное, это тоже какая-то система, что нет пополнения своих, теряется вот этот как бы дух или клубный дух. Или приходят люди зарабатывать, видят, ситуация плохая. Мы все прощаем. Это за границей, если ты иностранец, ты приехал, ты получаешь меньше. И тебе, чтобы доказать, чтобы стать кем-то, надо в два раза сильнее работать. А здесь приехал, ты иностранец, тебя целуют в одно, во второе место, в третье, и ты расслабляешься, у тебя все хорошо. Поэтому, наверное, вот этот теряется, нет воспитанников своих, теряется вот дух именно клубный. И поэтому Луческо может за счет его знания языков, знания уже психологии, уже опыта, он как-то находит эти компромиссы. А здесь, видно, Олег Владимирович, сейчас показали, на 20-й минуте вышел на тренировку. Ну, как-то за 20 минут до тренировки это одно, а на 20-й как-то это чуть-чуть другое.